Здравствуйте, это канал Максимадзе, и это снова рубрика «Мода на игру года соседа», которую представляют подписчики или просто гости канала. Короче, давненько их не было. Немножко я что-то подустал снимать эти моды, если честно, но я буду стараться продолжать. Столько модов понакидали, что неразбериха сейчас начнется. Могу запросто что-то забыть и поэтому извинять. Первый мод называется «Когда стать соседа русская жизнь 4». А есть когда соседа русская жизнь один, что ли? Два, три. Странно, вот интересно. Что-то я про таких не слышал, но не важно. Или может быть русская жизнь это просто типа заголовок, четвертая часть такой. Ну ладно, не важно. Обучение, если ты не знаешь как играть, то попробуй пройти тест с первыми шагами. Собственно говоря, по-моему, здесь все то же самое, так что давайте не будем даже это проходить. Демо-версия. Проверка температуры комнаты. После того, как соседа выгнали из его семьи, ему было жалко. Ему было хреново, наверное. Новый дом, новая страна. Соседу надо хоть проверить пульт от телевизора, затем посмотреть за температурой комнаты. Правда, Вуди, почему с маленькой буквой написано, тоже решил приехать в Россию, устроить соседу эту русскую пакость. Если сосед идет в комнату, где Вуди, скрыть надо его стоит в шкафу. Как-то неграмотно написано, но пофигу. Питер ТВ представляет, нифига себе. Ну и имечко-то, блин, придумали. Ну что ж, дом выглядит плохо, хотя почему-то дверь немного высоковато стоит. С этим аппаратом проверяет температуру этой комнаты. Хорошо. Как именно он ее проверяет? На, вот и как. А это что, стакан? Стакан с водой с лекарством лечит, наверное. Ладно, сейчас посмотрим, как он лечит. Если сосед идет в комнату, где Вуди, надо его скрыть в шкафу. Так. Может быть, это сюда? А, только это пакость и все. А, выбросил плиту на улицу. Так, и второй уровень. Осень. Экскаватор хотел помочь соседу с огородом, но сейчас не время для помощи. Сейчас соседу стоит проверить ванну, сделать напиток, читать новости и еда. Вуди хочет так, чтобы конфликт не был в ноль. Хорошо, давайте сделаем так. Ищите пасхалки на уровнях, например, доска с кинотеатром «Соловей». Окей, окей. Тут что-то лежит, но это нельзя взять. Так, книга, ну или газета же в воздухе. Что это за ванна? У него что, кровать тут что ли, типа? Только не говорите, что он сейчас сюда пойдет. А, нет, не пойдет еще. Скрыть его надо здесь, в шкафу, потому что, вероятно, он сейчас пойдет туда. В ванну. Я Игорь из 2020-го. Я тебе скажу, что в 2020 году снесут кинотеатр «Соловей» экскаватором. Это типа его. Это он в снесенном виде, что ли?
не то. Ну, придется бегать туда-сюда. Ой-ой. Миллисекунды не хватило, блин. Да, я забыл, что он пойдет вниз. Ну ладно. Попробуем еще раз, блин. По-моему, я аптечку не открыл. Да, я аптечку не открыл. А, как можно было так забыть, а? Не понимаю я, как можно было забыть про аптечку. А, что это за аппарат стоит? Что там у него написано? А, экскаватор. Это разве экскаватор? Как-то он странно выглядит. Что-то какой-то он сильно маленький. Больше на пылесос похож. Если честно. Надо было, наверное, мыло на кухне положить, чтобы он задержался там. Ну, попробуем рискнуть. Ну, пусть сначала в туалет побежит, потом назад и так далее. Может, успеем? Да, что-то... Вода вот эта сквозь лестницу сюда проходит. Так, мы берем воду. И не просто воду, а воду с волосином. Сразу вот так. Успели, да, успели. Ну, к сожалению, со шкафом проблемы, ну ладно. И с картиной, кстати, тоже. Стоп, может туда можно выйти? А, туда нельзя выйти за это ограждение. За эту ленту. Ну и ладно. Ой.
экскаватор. Какая-то копательная машина, по-моему. Так, ну вот прошли, собственно говоря, мы такой вот мод. Ну вот, вот это вот рисунки с экскаватором, вот это типа, это конечно интересно, это реально интересно, бывает. Ну и учитывая то, что это демо-версия в принципе неплохая. Давайте плюс поставим. Мне лично понравилось вот это вот особенность с экскаватором. Рисунок. Это прикольно достаточно. Люблю, когда так делают. Ну что ж, у нас еще есть моды. Кстати, вот в предыдущем выпуске я сказал, что вот от Андрея Лебедева, который последний был мод, там еще один был. Но вот я его запустил, он выдал ошибку, поэтому его, к сожалению, не будет. Ладно, идем дальше. Следующий мод тоже называется Neighbor's Room Hell 4. Почему 4, не знаю. Ну так, экран этот меню выглядит неплохо. В принципе-то. Ну давайте посмотрим, что у нас здесь в видении. Первые шаги. Страшная месть будет продолжается. Хорошо, что третья часть стала прибыльной. Потренируйся, пока не попал в первый эпизод. Пройди бету на золотую медаль и получи бесплатную шапку, аватарку и пиар твоего YouTube канала. Интересно. Давайте попробуем. Так, все двери закрыты. Окей. Интересное предложение. Ну, давайте попробуем. ТВ. Каждое воскресенье сосед лежит перед телевизором с пивом. Время от времени он заглядывает в холодильник, чтобы прихватить очередную банку пива. Ну а как Вуди до него добраться? Это мы еще посмотрим, думает Вуди, пытается пробраться к нему в дом. Обращай внимание на мысли соседа, они подскажут тебе, куда он пойдет дальше. Ну это мы в курсе. Да, текстурки интересные, конечно. Очень странные они. И это держатель для бумаги такой. Погодите, он за пивом сюда пойдет, что ли? Точно. Ну а как же он на микроволновку-то тогда посмотрит? О, шкалы-то нету, просто проценты. Первый раз такое вижу. А это что? Этими виски можно уничтожить любую мебель? Да ладно, что, правда что ли? Какая-то фигня, если честно. Но ничего. Какие-то странные виски. Время немного что-то вниз уехало. Ах, не успеваем. Ладно, зря я это сделал. Надо было прятаться не в шкафу, а там, на кухне. Так, глюк с процентами произошел сейчас. Бывает такое иногда. О. А, можно что-то тут нарисовать и оставить.
Так, вижу меня в кухне. Успели, да. А как же он микроволновку-то увидит? Чё это он делает? А, понял я, как он пойдет. А, нет, не пойдет. Не пойдет он на кухню. На кухню-то он не пойдет. На золото не пройдем, получается. Да, поднасрали нам вот с этим вот золотую медаль, потому что вот этот уровень невозможно пройти на золотую медаль. Ладно, неважно, пофигу. Разум. Сосед поехал крышей и начал нюхать воздух, а еще сделал туалет на свежем воздухе. Некоторые вещи помогут прервать занятие соседа. Закрытые двери как-то странно выглядят, конечно. Туалет на свежем воздухе, да. Интересно. Right to
Я не позвонил, что ли? А, телефон здесь лежит. Время приема ванны. Старая Ванечка уже мечтает погрузиться в ванну. Пока в ванной набирается вода, он пролистывает свой старый фотоальбом. Но Вуди не упустит возможности пошалить. Хочет заработать рейтинг повыше и проделать несколько шалостей подряд. Окей. Ой, а что с дверьми-то? Честно, давайте все-таки другой уровень. Сейчас шашлыка, никого не удивило, что бедняга поросенок исчез. Да, что, все равно на золото уже не прыгнет. Никого не удивило, что бедняга поросенок исчез, а холодильник соседа забит до отказа. Шашлык готов, и сосед поглощает один кусок за другим, поглатывая мясо вином. Вот это пир. Но сосед не принял в расчет Вуди, который не любит делать сюрпризы. Иногда тебе придется отвлекать внимание соседа, чтобы успеть отвлекать внимание соседа какой-нибудь шалости, чтобы успеть приготовить для него сюрприз, когда он вернется. А говорит, что он не любит делать сюрпризов. Ладно, давайте поверим. Проверим хоть. А тут вообще ничего не поменялось, кроме текстуры двери. Давайте проверим бонусный эпизод «День стирки». Сегодня на следующей стирке пора постирать грязное белье, навести в доме порядок. После стирки белье нужно высушить и погладить, зная Вуди, ты понимаешь, что у соседа дело этим не ограничивается. Хорошо, собака может залаять, и будет, собака заметит Вуди, будет лаять, пока он будет находиться в комнате, поэтому действуйте украдкой. Окей, окей, окей. Так, окей. Уровень, да. Здесь вообще ничего не поменялось. Ну вот, кроме вот этой анимации, естественно. Поэтому с этим уровнем тоже все, в принципе, понятно. Давайте уже оценивать его. Ну, редко. Какую оценку заслуживает этот мод? Это странный мод, реально странный мод какой-то. Понапихали чего-то, конечно, как-то постарались. Но он реально странный. Минус вроде бы ставить не хочется. Мод фиговенький, но минус неохота ставить. Поэтому ставим странный мод. И ну еще вот минус балл, так сказать, вот за этот под. Ну ладно, на сегодня закончим. С вас лайкос, подписывайтесь на меня, эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стрим, скиканал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, с вами был Максимадзе.